Специалисты гидрометцентра считают, что на понижение уровня Оки сказывается осуществленное в прошлом веке осушение болот Мещеры. Среди причин обмеления реки отмечается разработка карьеров по добыче речного песка из водных объектов и поймы рек. Ну, раньше больше воды было, намного. Раньше мы даже вот на пароходе, когда плавали, то уходили с того прицела, с дальнего. А сейчас вот от ресторана. По сравнению с прошлыми годами, так, ну, тогда как. В 10-м понизился, когда пожары были. Потом вроде некоторое время повышение было. В прошлом году понизился. Очень намного. Вот по тому камню было выше. Ну, практически по эту плиту. А теперь стал вот ниже этого камня на метр почти. Экологи, в свою очередь, считают, что Ока мелеет из-за активного забора и накопления воды на хозяйственные и питьевые цели. Кроме того, истощаются подземные горизонты вод. Из-за этого у реки мало подземного питания. Влияют и климатические условия. Наши зимы стали малоснежными. Вот сейчас как в августе. Да, вот она месяц назад, ну почти так же было. Дамбы ставят, регулируют уровень воды. Ну все. Как это отражается на рыбалке? Конечно, рыб не заходит же. Уровень ушел, вода обмельчала немножко, пока. Обмельчала, видно. Жалко? Ну, конечно, должна быть полноводная. Значение уровней воды на реке Оке по состоянию на текущий день соответствует периоду глубокой межени, характерной для конца августа, начала сентября. 1 июля уровень воды составил минус 276 сантиметров. Напомню, что самая низкая отметка была в 2015 году, минус 303 сантиметра. То есть сейчас нас отделяет от исторического антирекорда примерно 30 сантиметров. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».